Густой дым над заводом тяжелого станкостроения был виден в пятницу днем. Возгорание произошло в одном из трехэтажных зданий, в котором находился швейный цех. Все работники были своевременно эвакуированы, погибших и пострадавших нет. Сообщение на пульт дежурного поступило около часа дня. Очаг возгорания на втором этаже. Чтобы полностью справиться с пожаром, сотрудникам МЧС потребовалось около полутора часов. Быстрому распространению огня способствовало в частности то, что некоторые помещения использовали в качестве склада для готовой продукции. Причины возгорания уточняются. В 12 часов 40 минут поступило сообщение о пожаре в производственном здании по адресу город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1. По прибытию к месту вызова происходило горение на втором этаже здания. В 14 часов 5 минут пожар был локализован на площади 50 квадратных метров. В 15 часов 34 минуты открытое горение было ликвидировано.